Добрый день, господа. Позиция универсальный замок или детский патруль. Все мы сталкивались с проблемой, у кого есть дети, что маленькие дети в отсутствии присмотра взрослых залазят в шкафы, открывают дверцы, вываливают на себя вещи, либо что-то проглатывают, в холодильник залазят. Этот замок предназначен именно для того, чтобы ребенок не смог открыть ненужную дверцу и не смог навредить себе. То есть он блокирует дверь с помощью, крепится либо с помощью двухстороннего скотча, либо с помощью шурупов. То есть останавливается он достаточно легко. Подробная инструкция. Легко использовать, достаточно красиво будет смотреться в вашем интерьере. Всем удачных продаж!